Так, итак, мы начинаем нашу, кажется, четвертую или пятую серию нашего реалити-шоу. Мы начинаем немножко раньше. Предыдущее занятие, в общем-то, наверное, ничего особенного не было. Посмотрим, как пройдет вот это. Начинаем. Здравствуйте. Я книгу принесла. От Насти. Молодец. А Настя плохо. Я это думаю. Вот так вот. А что ему плохо? Ну, сердце плохо. Ну, я плохо была, у меня сердце попало. И прислала мне папа. Так что я это. Мне жарко. Вы представляете, мне первый раз здесь жарко. Ну это потому что ты на другое место села. Нет. Я потому что я сегодня не бегала, как сумасшедшая. А я вообще одну пару сделала. Ты вообще это... Ух ты, кто-то монитор этот подвинул. Там теперь под другим углом. Я правда не помню, что... А! Я вспомнил, что зарисовал. Я рисовал кулачами вот этот красный. Да. Ну что, вперед? Да, слушай, какой-то интересный дрон. Аналогично. А у него, понимаешь, дети кресла. Ой, сломали. Сложно. Да. Смотри, я тебе сейчас сделаю... Так, вот я снимаю столько же, да? Кстати, ты с Кляшем что-то опять не стало работать. То есть стало работать? Я последний раз проиграл, но он что-то не работал. А, давай проверим. Давай. И как ты проверяешь? Ну, я тогда. Ты же даже не поговорила. Видимо, ты что-нибудь. Ух ты. Тих! Нет. Это пони. Вот это светит. Да. Да, там, да. А что эти два? Это страшно. Просто вот это попало. Вот тест псих, правильно? Ну, я просто ну, да. Ходим указывать. Да, давай, давай. Опора. Почему бы раньше все было? Ай-яй-яй-яй-яй. Извинишь, когда. Я вот что-то не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. А, спокой. Что, вроде на круг попой? Вроде на круг попой. А что? Попать же, да? Мы не можем выйти. Не спеши. Да, я его не могу. Знаешь, я думаю, что это баг либо Федора, либо Зипа, либо, в общем, чего-то такого. Давай ты попробуешь это дома. Хорошо. Угу. Да. Настя, пока ты рядом. Тебе вот партийное задание. Вот у тебя получается компоновка здесь, она немножко не совпадает с тем, что я показывал, что это точно. Вот на набросок. Пока. Помнишь, в раскадровке там, вот, там все четко стоит. Ты, пожалуйста, сюда импортируй вот картинку из раскадровки, вот прямо сюда. И выставляй поверх нее, чтобы все было на том же самом месте, на каком нужно. По глазам я не буду найти. Вот здесь картинка за тем же номером. Ваша чек? Вот. Тебе нужно ее импортировать к себе.
Чего? Что в файле? Вот, прочите мне. Что у них? Да. Можно ли начать? Это оставить. Импортируешь, просто когда ты видишь, что у меня под какого размера калькулятор относительно экрана. Где у тебя будет Борис Мюнхгаузен? Поняла? Все. Мне. А тебе... Давай я тебе дам пёрышко, ты немножко порисуешь, почеркаешь, пока я занят Женей, окей? Вон пёрышко серое. Стыдно? Нет, мне не стыдно. Я, мне безумно стыдно, что я Жене мало внимания последних занятий взял. А в какой вклад? Он, наверное, же тучит зубы. Сторибор 2.0 и там имя Фелта. Смотри. Давай посмотрим на твой код. Насчет права я упоминаю. Да. Ну это не что страшного, а вот. Это я моментально исправлю. Вот, вот, вот он у тебя находит. Да. Was user, find, color. А, user. Ну, color. А пусть там color. Вы мне когда отправляли, а там тоже было color. Параметр. Ага, все чудесно. Я понял то, что теперь этот color можно вообще... может быть замечен, чем угодно, да? Да, то есть... То есть просто нужно ходить параметр и потом искать только уже... точку. Ну, вот тут у тебя, смотри, все правильно. А, что это за условие? Если в линии есть параметр равно, да. И там есть use хотя бы один, и он ссылается на C, окей, я не против, то он что-то там... Позиция, что-то вообще... Это вообще зачем? Я вообще не помню, что это. Честно. Честно. Мужика это должно падать. Честная пионерская, да. Да. Вот use он находит, да. Хорошо. И смещение добавляет. Да. Логично. Но... почему холод? Не обязательно. Да, я помню. Мадур пришел. Здравствуй, Мадур. О, Мадур. Раз ты так вовремя пришел, включи свет. Спасибо. Сегодняшний ты там не замерзнешь? Нет. Сегодняшний наш участник. Ну все. Что, он молись? Давай я тебе сделаю. Да, молись. Молись. Так, Женя, а там мой стул, я бы гонял с противоположного конца. Ой, надо. Ой. Возьми вот там какой-нибудь, мой можно взять. Нет, не покажешь. Нет. Нет. Я не злой, я не добрый. Нет, я Дениса, я не... Вы придумали новое спичку? Агрессивно. Блин. Спичка. Не спичка. Вы когда мне добрый вообще будете? Всегда. Значит, вы меня мало видите. Я слеп, вовсе нет. А, файл А, окей? Мы экспортируем, у него значение color. Значит, так? Да. А color будет, ну, например, orange. Согласен? Да. Согласен. Ну давай еще радиус экспортируем. Я тебе два примера. Тут не только color может быть, но как. Сингрич, у вас эмулятор нет. Есть. На Java или на ком. На Java нет. Что там осталось на Sega Dendy? Sega Dendy. PlayStation 2. PlayStation 1. Так, это файл О. А. Да. Тест 2. Файл Б. Рабочий. Б сделано. Давай. Вот это будет. Да, на которых тестировать, тест кейсы. Давай вот это будет. А, это лип, который используется в файлах. Окей? Так. Лип. Я импортирую сюда. Я импортирую сюда лип.
чудесно. У нас вот другой. Вообще такой же, так? И так. Вот я выделяю побои. Ну, а? Этот принадлежит другому хосту. Да, правильно, тут да. Шуруби ее, чтобы она рот. Кома. Что? И выбирать весел один. Я тебе нарисовала вчера пару картинок, нарисовала. Ну я вот смотрю каких-то. Там а небольшие еще цифры, самые крупные большие. Стой, 101, да, еще две. Я? Да. Двухквартирный холст? Еще две где? Отсюда? Какие еще две? Ну, на всю мне еще две. Ну, я обычно придумал, как нарисовать. Рану. Я знаешь, что лупку ему хочу? А? Рубак смотрел? Да. Помнишь лупку Зелоса? У кого? Агрессивную лупку Зелоса из Рубака. Помню. Вот такую. Сделай. Только мне он говорящий нужен, а не улыбающийся. Устроя параметры. Нет, имеется в виду, что он как улыбается, и он улыбки говорит. Уже? А. Ну сделай ему еще. Сделай еще рог дважды вон там. А, он, не знаю, узкий. Сам нейм искать. Нейм нам не нужен, да. Да. Что, поговорил маленько, хоть он не однообразный движ. Не пойдет, потому что у тебя размер этого слишком большой. Поменьше тебе? Поменьше, чтобы точно по краям холста было. А, то есть нейм радиус тоже будет плюс. Да. Радиус тоже будет плюс. Но, а, отсюда он же тогда добавит список от парсинг, поэтому не будет оно парсинг, все нормально. Да, то есть нужно просто искать позицию юза с кавычками. Так, и... А вторая граница какая? Решетка. Решетка будет больше. А если у меня решетка один, еще попадется? Ну, не кого решетка? А, ну, может быть. Нет, слева, где-нибудь там. Решетка будет точек, по 15 точек. Ты уверен? Да. Хорошо, я проверю. Или сейчас проверим. Ну, ладно, может быть. Да нет, может быть, ладно. Может быть. Нет, решетка двоеточие тебе хоть как-нибудь. Потому что если у тебя будет решетка... Там другим способом. Жень, если у тебя будет решетка двоеточие, то она здесь, то synfig ее сам закодирует как, как какая-нибудь фигня. Как комбинация символов других. Но. Это уже другой вопрос. Ну, это уже не ко мне. Это уже к тебе потом, потому что если что, расходится. Ну это ладно, это сложный кейс, ты хотя бы простые обрабатываешь. Понял задачу? Да. Ну это можно прямо сейчас ее исправить. Хорошо. Это ошибка. Так, смотри, я недоволен. Чем? Вот ты инвертировал свою картинку. Самый низ свой плодин. Видишь, вот у тебя границы холста. Они должны совпадать с границами вот этими. Поняла? Нет. Нет. А, смотри. Ну как ты его вытащили в прошлый раз? Так. Смотри. Вот границы... Ничего. Как? Так? А здесь они вообще где-то, ну они, наверное, должны совпадать с границами вот этого края. Понятно, эта картинка слишком большая. И непонятно. Смотри, они тебе мешают, я чувствую. Вот. За границей вышли. Границы вышли в другие границы. Спасибо. Так, значит, нам нужно. Просто не. Как? Может, я сначала не заметил. Это самое ясное, может быть. В каком направлении действовать, да? Так, next. Корзина аниме. Круто. Отлично. Сейчас мы будем делать то, ради чего мы все это затеяли. Да. Артем, можешь что-то послушать, потому что это... Кстати, это актуально для вас обоих. Я сейчас вам буду показывать, как делать анимацию в синфиге. Вообще, в принципе. Мы сейчас пока оставим этого
в эту фигурку. Нам нужно сделать, чтобы она лежала. Так? А ему нужно делать, чтобы колесо вращалось. Но мы пока колесо оставим, ты его потом дорисуешь. Я просто покажу, как делать анимацию на небольшом упражнении. Потому что вам очень важно, чтобы вы это сразу поняли. Но если не поймете сразу, с возрастом на вас дойдет. Мила нас подколола. Не всегда мило. Так, хочешь графика про Fix Studio. Потому что графика, да, она, допустим, как кинты, да, здесь не делаем полноскин. Он, короче, просто лучше собирает и пару попил. При этом, короче, пути да, повышается. Класс. Класс вообще. Чтобы это. Поймем, допустим, когда я сделал саму пациентку. Там же поверхно еще. Только вместе с Ubuntu. А хотя нет, кстати, она будет работать на Windows. Если не будет туда поставить. Так то? Да потом мы все равно забегались на Synfig. Когда-нибудь. А, кстати, чтобы в следующем году переведем. Мне тоже Linux нужен. Лет через 10. Или Windows. У меня есть Linux. Или Windows Linux. Я партизанщик лояльный, но могу. Мне есть гол 1.10 кубу. Давайте за сушка. 10.4. Разгадно. Нормально. Я вдюх пойдет. Да? Мы сейчас будем делать очень простую анимацию. Ну, просто мне сейчас на... рассказывает мое увлечение к мальчику Васе. Злобно захохотала Настя. Значит, это прошло. Просто демонический снег. Настя? Корки-то не может. Вы не поверите, каким успехом пользуется эта история среди молодежи. Какая позиция? Путешествие Васи. Ты не путешествуешь? Какого Васи? Мальчика. Где? Куда? Где Амаду не проходил? Нет, Амаду не проходил. Но ему и так хорошо помогло. А, все, вспомнил. Амаду от нас еще сегодня натерпится. Я вспомнил. Да? Я-то причем вообще не страшно. Так, смотрите, мы рисуем сначала карту. Сначала Васю. Нет, Вася мы вообще... Вася потом. Так, это будет школа. Вот, хорошо, окей, школа, вот это будет дом. Что ты Вася? А, он больше, чем школа. Финансировал его больше. Ладно, сделано. Левое крыло, правое крыло. Здесь труба котельная. Здесь набит. А могу как тебе улыба? А? Могу как тебе улыба? Ой. Норм улыба. Хорошая улыба, только это. Какая-то зубная. А может, крыша полетела? Церковная какая-то, да? Церковная. Может, там в церкви полетела? А, значит, это холл. А магазин? А, окей, магазин. Какой? Мария. Да. А вы там еще что делали? Я знаю, что я взялся. Его не было. Он везде, да? Нет. Там, кажется, жмет или как в комнате. Я лишь не хотела, там вообще не было. Уже перекопал. Так, где он идет учился? В театр он не пойдет? Да, теперь в бассейн. Бассейн. Вообще красиво. Зимой, да. А там лето будет. Я сделаю, чтобы он говорил. Бассейн. Из этой лопы сегодня. Все, пойдет. Она... Второй нам не будет рисовать. Это карта. Давайте все. Приметайте что-то. Ты возьми эту форму, потому что там точно. Он уж идет, она не щипает. Топор должен быть легко не щипать. Это набор кровавого мяса. Конечно. И кости можно разобрать. Давай сделаем нормальный топор, это не щипать. Нет, я тебе знаю, что скажу. Оружие одно. Ты офигел, что ты не можешь сделать. Ну, бумага, ладно. Да. Я рисовал в гимпе, но я сохранил в папке на бумагу. Да. Алло, придет побольше сделать, чтобы он это... Хорошо, я не против. Ты делай, чтобы максимально точно воспроизвести эту композицию. И где-то будет не совпадать, потому что ясно понятно, что это рисовал. Так, кажется, Артем, внимательно сюда, потому что я уже пошел дальше. Значит, ты знаешь уже, как мы импортируем картинки сюда, а кто не знает. Это секретное меню. Все, нажимаем. Файл импортировать.
Теперь мы рисуем поменьше. Настя, нельзя быть такой злой. Ты еще злее, чем я сегодня. Да, я сегодня очень злая. Или правда, я ее откачала сегодня. Здесь выбираем цвет. Я с первого. А можно идти? Выбираем, нажимаем, идем. Это Вася. И я разберу. Вот у нас Вася. К тебе сегодня. Изолированная, группированная. Это Вася. Мы вечером, вот сейчас пойдем, зайдешь. Если найду, Вася. Да что у тебя, ну. Это как бы. Вы поняли. Ну главное, что вы поняли. Мы вообще попробуем сделать. Теперь смотрите. Анимация. Как у нас делается анимация? Ситуация. Мы. Вот у нас есть шкала времени снизу. И она же здесь вот здесь. Через игра по вот этой серии проходишь, можно перемещаться во времени. Вперед и назад. Вот видишь? Как мы делаем анимацию? Мы задаем в определенный момент времени позиции объекта. То есть утром Вася находится дома. Мы должны. Да, там, например, через час он зашел в школу. Потом решил сходить в полевра на перемене. Понятно, да? И мы вот выставляем вот эти позиции. Но, понимаете, час дня у нас Вася находится дома, а в 2 часа. И у нас Вася находится в школе, то где он будет? Вот эти две позиции, которые мы задали. То синфиг, он не тупой. Он понимает, что в час, в 1 час 30 минут, где он будет Вася? По пути, правильно. Понятно? Так, как мы это делаем? Офигеть, какие-то не тупые ошибки. Да, делаем мы это, задавая вот здесь ключевые кадры. Позиция, ключевые кадры. На одном сайте он будет. Всегда. Так, значит, вот у нас наш кадр. Мы нажимаем плюсик, чтобы создать здесь ключевой кадр. Вот, это одно событие. Вы можете написать даже. Я. Поначалу будете писать. Вася дома. Вася дома? Кстати, любой анимацию. Ну ладно, я сейчас покажу. Так, вот прошло время. Время тоже 24 кадра, это одна секунда. Ну не важно. Вот, ну и здесь. Малый. Можем здесь так выглядеть. Жмем плюс, чтобы зафиксировать вторую позицию. Вася. Он не балдел, он уже в школе. Нет, это не какой-то файл. 7 часов. Ну, можно перемещаться. Вот перейти нажимаем. Сразу кусок сюда скачал. Перейти нажимаем. Все, можно дальше. Так. Вася здесь не школе. Я еще в этом. И ты требуешь, чтобы предмет была установлена. Хорошо. Ставим Васю в школу. И получаем полный обрубок, потому что, смотрите, он здесь опять, в школе, хотя должен быть там. Наше действие не записалось. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши действия записывать, мы должны перейти в эмоции. Чтобы они касались изменения. Вот, видите, он. Так, Асимич, ну сколько же я знаю. Теперь, так, проверяем, здесь он в школе? В школе, все нормально. Перейди сюда. Не люблю. Здесь он дома. Даже дома? Что делаем? Переносим. Все. И он, видите, даже вот эти мячики поставил. Теперь смотрите. Дома. В школе. Дома в школе. Чудесно, да? А теперь между ними. Ну, понятно, немножко предполагает. Так. Следующий. А школа закрыта, как оказалось, в воскресенье. И поэтому сразу пошел летние каникулы. Да, родителей дома нет, он на комментариях посмотрел. Так, поэтому пошел сразу в классе. Блин, Малира. Купить шапочку плавать. Вася
Он не Вася, Вася. Спасибо. Так. Что делаем сейчас? Здесь? То есть если выделено, не значит, что я обязательно вот в это время нахожусь, правильно? Я как-то выделяю. На самом деле я сейчас вот здесь. Чтобы перейти, нужно именно перейти и щелкать. Так, ну это ладно. Сейчас. Васича. Валера. И наблюдаем путешествие Васи от начала до конца. Он же туда вот это сегодня слов берет. Можете нажать на просмотр, вот это кажется. Кажется. И наблюдаем. Ну то есть глаз. А там он обрадовался и побежал быстренько. Что сказал Дэкер? Да. Так, и потом он купил себе плавательную шапочку и пошел в бассейн. Так. Ну тут встроенный проект, я в программе нету. Так, значит, бассейн оказался замерзшим, зима, он не посмотрел этот календарь. И опять сразу пошел домой. А ты вспомнил, что это был день, когда бежал в школу? Это будет следующий сериал. Понятно. Ну и естественно, он движется почти по прямому. Ясно? Да. Все. Нужно то же самое вам обоим воспроизвести. Ой, бедный мой Мюнхгаузен. Наберется же он со мной кричит. Понятно, что вы потом будете задавать позицию не для кружка, не для Васи этого, а потом будете задавать позиции, там, одна поза, руки так, другая поза, руки так, а он автоматически будет махать. Понятно? Понятно, что у тебя колесо будет сначала повернуто вот так, потом вот так, а он автоматически будет потом его вращать. Интересно, да. То есть все? Карту найти в 02 бума. А у нас не Васик, у нас мячик превращен в синтеги первый. Это где-то просто все. И причем мы делали его так, чтобы он еще сжимался или там. Да, ну им показали. Люди хорошо. Им, чтобы ты-то заниматься имел дело, а они не очень как бы. Чего? Когда будет готов? Дальше Вася. Ну я скажу. Женя, дальше Вася. Дальше Вася. И позже вообще-то чудо. Ну, позже. Дальше Вася. Я люблю даже Вася. Ой, жвачка, жвачка. Так, Тома, ты на Бинике работаешь? Да. А вот моя работа. Жду. Да что ждать? Пошли, пусть со мной. Да я смотрел, все сыны там, супруника, еще чего-нибудь. Он... Там в одной я вообще не знаю, что там делать. Третий я. А третий просто не охотят. Мой король, прости, Гриш. Что за плюс слэш? Это когда перенос слэша 90 строки. А ты рендерить вставляешь тут? Пока нет. А было бы клево. От рендерить вставить? Ну да сразу, в принципе, и как. Мне, кстати, здесь вчера носил трек уже обработанный и нарезанный. Можно голоса сразу вставить. 12 так лет даже ладно, да. О, кстати, я не синхронизировался. Сам не пил. Лен, да. Что мне не так? Смотри. У меня есть черновой сонтрей. А вот. О, тут он, кстати, должен говорить. Ну, это ждет, да? А, да, точно. Ой. Тома! Там еще к одному лицу этого же, только другому лицу сделаешь пару ротиков. То есть как там? Там условия. Знаешь, там сцена. 20-30.
Нашла, нет? Блин, я это не подрежу. Еще спикер будет все равно. Еще, еще. Да ну что, Салеша, ну что? Ну да, я без спикера буду все равно. И все. Не нашла? Нашла. Импортировала? Какой? МПНГ. Ну, ты который нарисовали? Да. Сейчас импортирую. Клево. Хаузер ее, что ли, импортировать? Нет, на чистую картинку. И все же я вынужден менять эту вещь. Я боюсь, что это совершенно не будет, что это знать. Клево, 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 получается. Что ты? Помнишь, как я? А, правильно. Короче, еще как-нибудь знаете, что потом будет добавить? Там, например, да, типа, это репозиторий, как нам существует вся эта папка. Например, занимаешь игры. Папка или архив? Да, будет папка какой-то архив. Он сначала папку создает, то есть он сначала попадает на папку, а потом уже потом на архив. Ну вот, R, S, R, я понял, да. Но лучше, чтобы он вообще эту папку создавал с уникальным именем и вообще потом удалял после себя. Но он не удаляет потом после себя. Ну, в смысле, он же сначала создает потом. Короче, у меня алгоритм такой. Создает папку, куда кидает файлы, активирует эту папку, удаляет. Работает точно так. Ну а если его прервали, да, то папка остается. Так вот, папка должна создаваться, во-первых, не там же, может быть, а /tmp. /tmp это /tmp, и там, например, и какой-нибудь уникальный случайный. Правильно, если он ее не удалит, то следующий запуск он создаст новый уникальный номер. И не совпадет. Мне кажется, это отлично. Так, это что за сцена? А, 2060. Я же его не доделал. Ну все правильно. Сколько лет она не обновлялась, эта система? Планшет. Ура! Что это? Планшет новый. Он, правда, это, Genius,
Но... Я первый пробую. Но в принципе, это... Лишний положение нам никогда не помешает. Вы поднимитесь. Если я только что помешаю, то да... Знаешь, вообще-то... Все так вокруг меня. У нас лишний положение. Я не пробовал. Пробовал. Как? Не, я не знаю, это кожа как тачпад. У нас в школе, короче, он работает, то есть как тачпад, да? То есть, например, на Лакомском, даже наш Лакомский, то есть он помещается на налог. На Лакомский, может, так. Ну да. А я когда работал, он, короче, его уголок нажимает, допустим, видео штукал. Короче, как настройки все. Лакомы тоже так настроили. Вот. Сколько это стоит? Да, и новость номер два. Помните, мы на планшеты скидывались? Да. Я скидывалась? Да, да, да. Я сегодня проплатил, в общем, три планшета. Это я, Настя и я скидывалась. Дома и еще детишки из другой группы. Вот, три планшета вот таких вот. Угу. В общем, бэушных мы взяли. Ну, эти-то хорошие. Ну да, неплохие. Я надеюсь, что они в нормальном бэушном состоянии. Они вот в таком, как у нас. Ну вот. Так что, в общем, есть шанс, что мы закроем. А батарея какая-то пива? Да, она на батарейке. Надо, чтобы их не спросили. Маду, давай на муканю. Теперь у нас все как бы расположены. Давай на муканю? Не, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда посадим. Так, пьет. Ой, как плохо. Хотите на кровать? Так, стоп. А, не надо, слушай, вы махом скорее всего прихватит. А у меня такое подозрение, что его потом прихватит и... Так, на моем новом... Давай, кстати, знаешь, по Ubuntu запрос, короче, да, например, на сколько? Да, мы скажем, на сколько больше, а там а так нет. Ну, мы три это тоже сейчас, а самое клевое, что такое интерфейс сделали. Здравствуйте. 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 Поговорить насчет записи. Насчет записи? Гитпуш со мной. Так, а мы про тест синфиг. Гитпуш? Нет, гитпуш только через записаж. Но я уже... Работаешь? А? Работает. День добрый. Да. Ребят? Так, какой класс? Так, когда это не ко мне, когда это к Наталье Владимировне? Пойдемте. Да, легко. Так. Он маленький тормозит, да. Давай, супер, ты смотри. Ну что, давай, Настя, от себя смотреть. Там странный. Свежий. Давай сделаем так. Мне удобнее смотреть это все прозрачно. Вот это все вместе. Вот это фон назовем? Эй, Джон, я рисую, офигел. А ты в чем? Ну нифига не рисую. А вот эти заверены? А эти заверены, да, что? Ну, все. Кто такой? Джеймс, блин. Гений должен пополнить. Не все. Так. А мне нравится нормально. Он вообще не нравится. Мне нравится, потому что мне нравится. Угу. Все. Вообще, да, смотри, вот это не скрывать. Вот так, ладно. И чтобы мне... Волоски. Не, вот так. Вот так. Вообще, кто из них? Кто из них в каком порядке или, да? Наверное, он все-таки ближе, он запечатает этот момент. А этот за его спиной. Ну, вообще не хакеры чуть-чуть поменьше. Голову, мне кажется, его не видно. Вот это из его плеча. Ну, теперь ты это будем. Осталось стрелка сделать. Да, стрелка сделать. Нам нужно тебе будет отдельно его собрать. Ну, подключить. И собрать все, что есть. Так, так. Ну, он не будет. Он идет не
Ну как в вакуум? Смотри, ты умрёшь на файле. Или у тебя уже идёшь раз, и ты остановился, когда пришёл. Не где-нибудь. Ну не здесь. Надо убирать. А может здесь? Да. Что, крайску убирать? Да, скрыть, скрыть, собрать. Вообще, честно, подрочек. Или там здесь. Давай здесь. Ну всё. А то стран с палачом. А, да, всё. А они ещё рисуют её. А. Это вспомнил. Так. У меня война. Давай смотреть. Или у тебя все нормально идет? Момент, новый рост. А вот смотрю, у меня были 8 сантиметров, вот голова, ну, да, голова и тело. И тормозить чуть-чуть. Ну и хватит. А, пушки не раз. И еще, Настя. Да. Я хочу тебе вот чего попросить. Ты сюда не копируй файл. Тут скопировал, ладно, все это оставляй, потому что... Нет, гирлянд был. Ну как, мы, у нас снова лежит в одном месяце, и он везде используется. Даже от скрипта. Вот, если мы там его изменим, он везде сделаем. Он прекрасен, красный. Нет, он просто, что то же самое. А если ты его сюда скопировал, всегда не везде. Он уже в двух местах. Там я сделал в местах, почему-то не изменять. Ну понятно. Его удалить? Нет, то есть сейчас вот пока, вот то, что есть, так оставим. Ну маленький тормозик, это нам надо. Следующий уже. Ты, понятно, что тебе это легче запоминать, но ты лучше сразу нашла. Нашла, сейчас скажу, что это. Пушку. Может, что-то цел. Пушка. То есть вот это вот нафиг не нужно. Нашла ружьё. Тупо прижимает. Тут не надо делать. Вот что, как бы серьёзно не делать? Да, учиться. О. Виток. Нашла виток? Ну, помню, я. И сразу её маркирую сюда. А потом разберешься, что там чем. Это же тоже как файл. Как файл, да? Как будто папка. Так, у тебя получается, тебе нужно помнить. Гитпуш, да? Я что-то. Гитпуш. Прости, порвать. Подожди. Вся. Мастер. Ну смотри, что у тебя не получается. Давай, что ты делаешь? Плюсик. Подписала? Total 3 Delta 2. Ну а как я разберусь с этим? Я не такой. Ну что, я хочу закрепить. Не дома. Хорошо, я тоже не так. Нифига. Верни его назад. Здесь он у тебя дома? Кукол. Он дома. Вы не трогай. Значит, зачем ты его потащила, когда он сейчас дома? Нет. На этой точке. А теперь прошло время. Нет. Вот. Не его тащишь, а время у тебя прошло. Так нельзя. Смотри, ты сначала ставишь время, вот текущее время. Если ты его сначала перетащишь, то ты именно в это время его перетащишь. Поняла? Как он поймет тогда, в какое время ты сбор этого времени запомнил? Слышь? До сих пор говорю, что ты напоминаешь из этого. Из крафта. О, у тебя собственная карта. Супер. Так, да. Стой. Подожди. Да, лишний правда, на нее щелк, и мы нашли удалить. Отлично. Так, у тебя вот есть первая позиция. Раз дома. Все. Теперь поставь время, когда он будет. Вот на серенькая. На серенькая полоска поднимет на миг. Ну уже на это не надо, но верхняя, но знаю. Так, подожди, куда понес? Верни на лист. Так. Тут меня не сразу появляются. Теперь ставь новый ключ пока. Новый ключ, это Вася в школе, подпиши ее. Офигеть. Я еще на три. Без плоского гера. Они уже в больнице, да? Что я? Нет, это же в бассейне. А, в бассейне. Я думаю, что без плоского гера много. Подвешивайся к ногу. Я уже чешу. Так, делай. Это не 12, что ли? Как 12?
Нет, она вот сюда нажала, и вот, и он зеленый стоял, то есть он, ну, нельзя было анимировать зеленым. А, то есть он случайно отключен. Да. И поэтому он ошибки выдавал. Да. Ты не знаешь, сколько оно будет нужно? Что будешь? Школа, игра, бассейн, дом. Отлично. А теперь? Вот, а теперь помогите мне Мюнхгаузена расширить. Нет! Да. Не помогу. Почему? Потому что... Что? Ладно, не сохрани. Ну что, винтов как у тебя? Тело, голову... А как, может, пока можно его поставить как... Может быть. Не знаю. А теперь тест. Да, все, можно его выстрочить на глаза. А Мадо? Я пока один зайду. Не Константин Игоревич, а Тома. А, да, Тома. Зовет тебя страна. Понимаю. Так, все, так, все, так, молодец. Это не помощник. Так, представим, что дело происходит в воскресенье, в понедельник. Сегодня вообще пятница. Эй, он в школе, и он находится в школе некоторое время. А потом он общается. Да вы жёшку! Вот как ты решишь? Скажи, а... Нет, сейчас он дома. А он дома. Кстати, Костя, как это ужасно? Столько смотрю. Все, вот это раз, молодцы. Я вообще подрисовал. Ну, не башка еще куда-то прыгает. Но, бум-бум. Кто вообще врезал? И как же это? Собака! Что? Иди сюда! Сначала включишь? Что? Иди сюда. Вот что это в кошельке? Вот смотри. Оооо! Раз! Это вот это можно выиграть. А вот это правильно? Ну хотя голову уже нормально поставил, обрезанный. Так, теперь открываем. Квадратик. 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 Я не знаю, как это буквы, но классно. Это салатик. Вот это грядушь. Салатик квадратик. Вообще, какая квадратная голова. Давай. Так. Квадратная голова? Да, квадратная голова. Почему здесь не квадратная голова? Где ты его такого взял? Нет, Вакомский. У тебя Вакомский лишний подлежит. Ага. Он уже так выдернул. Свернул уже, сложил к себе, рюкзак положил. Лишний выполняешься. Да, лишний домой. Ну, я почти перестала. Опять. Что? Что за фигня? Какая? Кто их дырячий? Кто их дырячий? Хорошо. Ага. Костя говорит, что тут подойдите сюда, пожалуйста. Сдвигают. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Издевается, кто ты? Рисовали этого здесь не было. Дома говорит тоже, рисовала? Вот этого тоже здесь не было. Да ты что? Зубы опять какой чудо. И вот это вот. Хэдшот. Хэдшот вообще. Да. Ну, я понимаю, что любимая синфиг, конечно, а вот это не понимаю. Давай, это что, рот открыт такой вот? Просто да, смотри. Я тебе покажу, а ты сама повторишь, да? Это эти. Жирафы только так могут. У них же челюсть. Так, окна. В смысле, просто это мою челюсть. Так, другой. Что-то за мою, да? Я понял, холодный жираф. Да. А это не получается. Тут нужно про кнопкой. Так, что это? Давай, телеканал.
нас снимают и ничего не делают. О, сыр, как он жестко говорит. Посмотрите, как мы работаем, да? Да. Ну что, я сегодня целый бак. Ну это долго, что ебаный билец. Всего за какие-то 10 минут. Волшебную палочку? Смотри, ёлкаем. И снова вспомнил. Скульптуру. А это чем за? Вспомнил, как работает со всеми. Ох, и даже много чего помню. Ёлка, как устится? Так. А у меня... А чё, кто? А у меня его вообще нет. А это Андрюка вроде. У него сидит. А, друга забрал. Он не против. Это не слаб шевелится. Хорошо. Теперь, вот смотри. Артём, тебе задание. Удалить все выше ключи, оставить только... Ну, всех удалить вот так. Стоп, я на прошлом занятии тоже помню, я выкинул. Да, помню, что я тоже уничтожил. Или я не доделался. Пока что руки. Это школа? Да. Деревянная школа. Так. Тут забыл ключ поставить. Эти вот я лишний. Получились. Это делать анимацию. Ты тот самый злой анимацию. Дело происходит в понедельник. Но. То есть вообще из дома идет в школу. И там получается на его и там находится некоторое время. Я думал, поставить, ну, расставить сюда одного. Понял? По своему кому-то. Хорошо. Остался. У меня глаза раскрылись, короче, по другу играл. Пять угол, короче, на самом широком порядке. Так, смотрите. В игре. Юрис, ты не можешь повторять? Твоего брата 80 годов, 20 сантиметров, он взял. Ништяк, прикинь, полтора метра. Нет, ну мне не только это. Ну давай сделаем так. Сейчас там сделаем шин. Есть совершенно эпическая сцена. Получается, да. Бежит по церкви. Глаза так сначала включались, потом так по всему экрану растеклись. Но у меня еще так 30 сантиметров до экрана даже. Ну, вместо монитора поставил, конечно, на стол. Вот так откинулся, ее. Примерно пока не смотрели. Я что его занимал так правильно. Клево, широко. Смотри, Какая позиция? Ты видишь уже, где поставить своего скелета? Ну смотри, клево. А что, в том лишь последний раз проходит? Ну да. Круто. Зачем ты конечно не уходишь? Уже столько надо не попадать. И ты вверх следующий. Ну недели, блин, когда ты неделю спрашиваешь, что подумаешь? Ты неделю отпуск? Отмотай там назад. У Наруто сейчас только война идет. Ну понятно. Но вообще-то бы всех дома, в школе вытащили. Прошло время. Опять в школе. А потом дома в школе теперь все хвостатые из 1 до 8 улицы. Ну ты второй, ну ты понял, что если что, можно минимизировать. Все, как жить тут держу. Все хвостатые. Так, все, кроме Египта. Сейчас мы сюда не портируем. Жесткий такой себе звучит. Ты же сами напряжешься. Да идет! Чего сюда даже не робит? Полностью контроль повышен на свои. Да это Санта-Барбара, блин. Санта-Барбара, знаешь? Не работает, знаешь, у меня два на пару. Такой красненький ручка. Ну нет, ты если хочешь посмотреть, посмотри, это очень понятно. Я сегодня сейчас попал. Там где ссылка. Что это? 1300 какая-то там. Том. Манги. Так, я тебе сейчас его расположу. Это Санта-Барбара, у Санта-Барбара 1307. Да, тут еще косметик. А знаете, что лучше почти до 1000? Нет, там, давайте, если Ну, вот, да. Такой написан еще Санта-Барбара. Вообще, там что, шире, типа, уже с ним подали. Ну, я сейчас даже представляю. Ты же бог ищет обладок, попадет. Паблик хочет завести в ВК. Паблик в ВК хочет завести. Он не выше ВК. Авку сейчас делаю. Был админом кого-то назначу, пока что я там один. Ну там, если ты знаешь. Админов кто-то... А, есть. А вот ты. Ну, конечно. Да-да.
Смысл вставлять? Вот ты ее... Так. И что там мне объяснишь тогда? То ли цитат, то ли... А ты знаешь, короче, там когда в библиотеку загружаешь, да, там крутишь вниз-вниз-вниз, вот это окно, которое отправляет на бинкуаре, и там есть кнопка «Вставить в пост» или что-то типа этого. Там бы правда круче сделать. «Вставить в редактор» или что-то там такое. Если они у тебя уже загружены, то там нужно на картинке нажать «Шоу», он тогда развернется, куча параметров, и картинки. Я готовлю дальше. Ну, в смысле, я думаю. Нет, там нужно покрутить, вот либо закрыли, либо посмотрели. Давай, доколай, вот. Шутим. Петерсик. Должно быть. Там нужно как-то... Ты загрузил много картинок, или ты в библиотеке смотришь? Ну, показать, есть там кнопка? Ну, давай это, сейчас в квартире соберемся. У кого? Ну, кого-нибудь. Сделал, знаешь. За вас видели? Ну там еще вот такой список этих файлов, правильно? Он шоу это шоу. А я? Он меня там. В кинематике. Посидели, поблагодарили, часа посидели. Так, в активите, да? А не как ты в холоду? Палка? Из одного крыла в другой перейдет. Слушай, ты в бюджетеку, наверное, зашел, а тебе нужно во время редактирования поставить это все делать. Когда ты редактируешь, я сейчас смотрю. Прямо на то, что ты будешь заходить картинку. Сейчас такие дефицит для тех, кто стоит на игре. Так что конкурс больше. И 95-й тоже. Ну, физику, блин, я сказал, там, наоборот, 70-80 лучше. Я хочу 90. Да нет, ну, мне тоже нравится. Это математика, я... Потом сейчас вот эти вот ряды, я же себе, вот эти вот всякие, если там призер, призовой место. Это нужно там. Но сейчас уже прошли. Нет, имеется в этом году, если ты бы даже бы сделал, то я бы так сказал. Ты должен нажать ту же кнопку, учить, или ты выбираешь картинки? Я по эфе. Не знаю, все еще как бы. И тогда появится у тебя офис какими вкладками? Если там он войдет там, в список, не знаю, сколько там мест, то тогда, короче... Да, концерт у нас есть. Там даже не 100 баллов, там даже некоторые позы даже не поступили. Так. Нет, короче, есть 100 баллов, да? В некоторых позах ничего не занимает. Да, есть только 100. А в некоторых позах... Там вкладки, не вкладок нету? Да? Круто. Просто обычно. Да. Ну, естественно, что они есть. Последний раз я с ним видел, короче. Есть? Ну, да. Он, короче, это... Ладно. Я потом приду, просто покажу. Он пошли. Где ваши данные? Как? Просто сохраните, потому что... Таким образом, с какашу... Это с белым фоном, я уходит. Ну, никуда не делал. Вот мешки из-под картошки на глаза. Женя! Ты что такое? Да. Какую сцену? Ты иди, смотри по порядку какую-нибудь. Ты с рукой там сделал сцену? А я вот точно я вспомнил. Вот пока не прикрикнешь. Я вас звал, кстати. Да, звал, а я не слышу. Видишь? Кошмар. Поза. Вот у нас есть первая поза. Отметим ее. У нас все нормально. Мы двигаемся вперед пока. 2100. Так же. Оп. Поменялось. Отмечаем, что это у нас новая поза. Не забываем видеть свои информации. Так? И тебе нужно поставить его в ту же самую позу. Как? Скелетом. Только где? Здесь. Синенькая. Скелетом. На значок. Вот, и теперь вот эти точки, вот они прям. Вот локоть ставь сюда. Да? Нет. Начинай тогда от туловища идти в конечность. Это видно. Ну, Валя. У меня рука улетела. Ой! Что случилось? Я не знаю. Я тоже не знаю. А что я взял? Ну, что я взял?
Я не хочу на местах поменять. Ты все сломался. Ну такого я еще не видел. Придется делать сюда. Нет. Я столько убивалась под его руками. Мне просто не все это надо воспроизвести. Почему нету такого размера за стол? Как двигают там, например, изображение по границе слоя. Вот так, вот так. Все. Вот осталось все. Я не знаю, что ты там нажал, но такого я вообще не видел уже. Так. Фиксируй опять печальную позицию. Идешь на вкладочку. Включи. Сказали блондинки, чего бы. Может быть, еще ключевые карты. У нас первая позиция совпадает нормально. Потом следующий. Так. Да, так. И еще. Вот. А теперь смотри. Давай вот закроем глаза на все, что это. И видим только зеленые точки. И выставим только зеленые точки. То есть локоть ставишь сюда. Это он сюда. Так, все. Но у меня за. За. Пока не обращаем внимания. Так, этот локоть сверху туда, да. Это. Нет, это кончик. Запястье. Запястье идет сюда. Так, с ногами. Так. Вот это пошла назад. Давай вот с этой ноги начнем. Так. Так. И. Оторвалась, я говорил, за это поправь. Я не знаю, как. А я не знаю, какая. Оп! Занялся где-то на дорожку. Ну, подергивайся какую-нибудь. Не так. Мы не угадали. Это был ужас. Это вот. А не ты угадал. Они верят. Выше, выше, выше. Вот. Ну, более-менее. Что-то получается. Пошла сюда. Он видимо, шея идет в конфликте. А что у всех так есть? Ну-ка, старайся на этом. Ну, поставь. Вообще случится. Понял. А что? Да ладно. Она не конкурирует. Да. А голову оставим как есть. Мы можем, конечно, выклонить. Но мне не нравится. О, а что, клёво? Выглядит как гусь, когда нападает. А он бежит. Ну, его так же он бежит. О, это вообще обалдеть. Знаешь, что мы забыли включить режим анимации. Браво. Вы учитель. Заново, да, я учитель. Вы не. Вы не учитель. Ну, заново, да? Как мы все начинаем. Чудесно, чудесно. Конечно, скрываешь во тьме. Шея нашлась, ты представляешь, да? Такая пойдет? Пойдет. Или шею убрать? Так, нет, подожди, ты ключ. Давай еще раз. Ключ поставим. Ну, ключ в кадр. Так, теперь. Давай не забудем включить эту анимацию. Так, ключ. Ключ. Все. Так. Артем. А Женя может. Может ему шею убрать? Да, зачем тебе? Все бы тебе. Да действительно, вообще можешь сразу с головой. Оставь. Ну она просто пот будет. И он все равно скрыто будет. Настя, импортируй, просто закомпонуй мне. Так. Мне очень нравится этот арт. Так, двигайся.
Двигайтесь. Первый раз не выполняет. Дисциплина страдает сейчас вообще жестоко. Плохая дисциплина. Она есть вообще. Я думаю, нет. Берешь как-то вышел на какой-нибудь. Ура! Девать сделал вам девать. Кормоу. Эй, Сапэл, Коба. Коба для шоу. Делай что-то. Вот, слушай. Так. И вот так. А? Да. Ага. Не сползаю. Ну, я сюда пойду. А как стол тупо сползаю? Не палочку посмотрите, пожалуйста. Палочка, короче, постепенно. Давай. Это у тебя ворог? Да. Нет. Ну, не всегда как-то. Там, а потому что свет будет дальше. Там же костерство. Ну, ворог я сам защищу. Да. Потому что он тебя интегрирует уже начал. А? Интегрирует уже начал. Нет, не я это сделал, это вот вам мечтаю. Ворог это запихать, я все не постоянно. Это не проблематично, тебе же тебе удалять. Почему? Я фонд сейчас. Это даже вот, который обрывал персонажа делал. И я тоже. Последней личности. Короче, я сделал, как он маленько болтает. Размазывайте. Ну это не круто. Вот почему, когда надо, начинаешь усилить? Это большое. Най. А смерть? Дело не то, что... Ну, ты же... Нет, это первая сила. Дурацкая размазал. Ну, когда подрос, это нормально как? Короче, тоже дурацкая размазала. Кстати, вот за что мой пейнт нехороший? Артистично. Ох, самый лучший круг, который я когда-либо видел. Не самый лучший, но... После квадрата. Так, сохранить. 20... Какой у тебя сцена? 24 минуты. Вот это. О, 24 минуты. Да. Ну, Миша. Это будет у нас станок. Он согласен еще. Так, сохранить. Но пора мы формат не ставим. Файл сохранить под именем. ПНГ. Нет. Вот. Чпак. Прозрачный ПНГ. Прозрачный ПНГ? Да. Да, да. Ну, значит, у тебя так и быть. Все. То же самое сделаем со станком. А вот это... Вот это вот. Почему он, кстати, не хочет рендерить? Кстати, не знаю. Мы сейчас посмотрим. У телефон остался. А мы сейчас... Эй, оп. Майл. Давай сделаем. Под именем. Что делаем? Нет, нотечка. О! Попёр. Ты что это? Всё, у тебя две картинки. А у тебя что? Хелло, минус на. У тебя ручка. Теперь нужно открыть synfig студию. Минус на. Так, сколько там? Ты? Ну, нормально. Тавтология. Что? Тавтология. Сам ты логик. Да будем, где вариации? Вот я с чего убью. Почему? Да, Говори, я лучше стол. Мама же прекратили
Да.
тебе помочь. Ты пока доходит? Нет, пока только у меня... У тебя врач... Я просто это глюк, когда контром остается зажат. Я пугаюсь. У меня как сделать эффект. А воду вернулся. Раз, два, два. Ну ты же этого их убил? Да, я его убил. Там диван трупы спят. Диван? Нет, да, зря диван, по пошелку. Да, да, по пошелку. Сильно заметно. А в диване не сложили. Ну, только никому не скажу. Вместе через пару. Хорошо, никому. Ну, через пару дней. Я вообще никому не скажу. Что ты спрятал? Почему он не хочет? Так. Давай посмотрим, как это с кадрами с теми. Потому что там еще есть 20 помню сколько. Потому что она потом. Потому что она потом, смотри, она потом резко уходит как будто вниз. Но. Есть у тебя это движение? Но. Или нет? Там очень хитро сделано. Вот там эти три кадра, они решены за счет камеры исключительно. Давай посмотрим еще. Смотри, как оно хитро идет. Вот идет рука. Так? Но. А потом смотри, вот переход. А. Камера как будто идет вниз. А вдруг хрящ. Мы обманываем зрителя, как будто мы вниз, а потом уже. А мы на мгновение теряем ее из виду, а потом уже переключаем на следующий. Это прием не очень частый. Потому что раз рушил персонаж повернулся. Мы раз дернули камеру влево, немножко, а потом вправо, он что повернулся. Мы начали делать движение поворота, а мы дернули камеру, реального поворота головы нет. Раз дернули, что он же повернулся. А наше воображение настраивается. Мы делаем то же самое, смотри. Давай. Так, так, это значит. У меня с тобой проблема. И пошла, вот здесь будет дергание. Да понятия не имею, что вот это может включить коробку. А давай правда слой перемещения сделаем. Слой перемещения, то проще. Да. Оп. Давай. Сейчас еще ключ уберем. Так. Значит, вот это фигня, она значит будет вообще внизу. У нас тоже будет старый экспонат. У нас первый в темноте и холоде. О, я думаю, в принципе, если мы будем на лыжи, то я, в принципе, и к залу готова, и на лыжи тоже. О, я на лыжи не буду. Я также на лыжи тоже буду, не нафиг. Я сказала на завтра. Я сегодня уже надеялась. А, завтра точно не будет. 20 градусов. А, да. Сегодня мы утром 32. Если сегодня 32, то завтра почему будет с какого перепуга 20? Нет, в смысле, он говорит, что мороз должен быть свет, значит мы не идем туда на лыжи. Ладно, да, резко спустишь на 10 градусов. Знаешь, по-моему, это мужская особь говорит правильно. Так, не обращай внимания, мы слышали. Да, я ведьма, она дьявол. Нет, я дьявол. Вот. Сам дьявол. Сам дьявол. Давай, знаешь, наверное, как тебе начать. Ой, Настя, позиция дьявола сегодня не больше, как уже упорно занята. И позиция стороны тоже. Если это будет стать Люцифером. Ну ладно, я был. Люцифер. Ну чё? Ой, неправильно. Нет. Открывайся. Нет, так же тебе сам. На входе оставить. Если он не подходит сюда, а отсюда перескать как дальше. Я не могу, я тут не наделалась, если кошмар у меня выдержали. Вы же переключили. А, нет, ты. Ага, Настя. И вот теперь мы сделаем. Я сегодня Я не знаю,
Спасибо. Ой, оба-на. Видишь? Да, клево. Здесь она должна быть большая. Где голова у меня только? Что за? Я, кстати, давно говорил то, что в нашем проекте.
Наверное, я его не вижу, или я вижу только стритрейсер профайл. Все, я сделал. Кстати, правда нету. А, вы перевестили в Workman профайл случайно. Это случайно. Почему? Почему? Что? Почему я решил еще раз? Вы так больше не пугали. А, это где? Косыми, что трендом стоит. Да-да-да-да-да, я понял. Он вроде все обновил. Вот так. Кроме рендера. Так, наверное, вообще-то просто стоял, нет. Да что? Рендер да стоял. Рутку. Ну, нормально. Так как у вас сохранили послание PNG? Мне тоже был дебаг колл. А если бы не PNG надо было? PNG, ну он как бы... Ну, хотя бы Мора надо было. Ну, что он происходит. Ну, вот он сохранил. МБ есть для меня. Это PNG. Все, наверное. Это не избавляться от фона. Это проблема.
же что-нибудь под колесо все равно придется когда-нибудь. Там, я не знаю, земля, пол полный, правильно? Это будет фоном. Он нас тоже посоветовал. Вообще не шум, вообще стоит. Второй, ну правильно, ребята, он такие. Вот. Такой поезд зато. Если это правильно. Возвращение это действует на все, что хоть бы, да? Можно. Но только как жёлтый. Если мы, вот видишь, у нас тут какие-то колеса на группе. Если мы прикрепим эту внутрь группы, то она будет только внутри группы действовать. Она же сказала, что это в луне не будет действовать. Не очень ровно. Так, сейчас. Ну, в принципе, это не возбраняется. Может, точильный камень не очень. Эй, я сказал. Стачу. Стачу. Что он уже делает? Нет, моя лучшая работа. Нет, смотри. Что он идеально дает? Ничего, смотри. А тут врачи не видели. Вообще отлично, мне тоже контур. Так, кто звал меня? Я. Как мне нужно этот контур? Я первая. Как мне нужно, чтобы он глядел вообще? Да, сейчас я могу. Тебе нужен стол и все. Да ладно, стол, мне надо сколько там. Короче, как в фильме. Я не терминатор, а фарад потерять на втором. Да. Ну, ты так. Так. И как все обычно. Чем у тебя переключается? Ура, сейчас ты не видишь. О, тебе брат. Ой. Вы не победите. Отсюда. Шептать. Да я вообще не знаю, как блин. О! Победа, я не знаю, как мне тут настроено. Ты как работаешь тут? Я не печатаю. Классно, Андрей. Сорвался.
One question. Если one, то question, а если two, то questions. Mm-hmm. Yes, question. Так в чем встречаешь великий учитель? Да конечно. Математики и информатики. И еще одна. И еще одна. Великий учитель. Англоговорящий народ сейчас слушает и похохатывает. Амаду, вот тебе честно, вот вообще, вот смотри, клевый компьютер там стоит. Прилезай за него. Я понимаю, что тебе каду новым хорошо. Там кто болеет? Понимаете, им очень весело здесь. Да. Вот, быстро пересел. Вот, я хочу, чтобы вам было грустно. Вот руки. Ну вот. А может посохранить? Настя, она будет этот полный делать. Грустно хотят там делать. У нас не было забрать. Да. Все именно так, все. Я не хотела. О, ты еще ее отрезала? Нет, я их еще не сыкала. Ну, подожди, сейчас. А, ты хочешь? Я очередь уже сила, да, а что? Куда вы? Артем. Почему забирается на ворот, чтобы не поздно решить? Юба. Амаду, что-то куда-то не летает. Амаду! Сейчас тебя Тома не устраивает. Да нет, я просто в уголке хочу сидеть. Тома, что ты сделал, Амаду? Я хочу по уголку сидеть. Там уголок, здесь уголок. Был бы еще там уголок. Ну, у вас 5 углов нет. Угу. Нет, вот там, по Питеру уголок. Не 5 углов, к сожалению. Перенеси, все будет. Ну ты разгони, каждый кадр шел, а я не могу выбрать. Да, плохо. Ужасно. Ну теперь же их еще разворачивать. Ты помнишь, как разворачивать? Да вообще. Нет. Сюда правда. И ничего, если за него миллиард. И вновь добавлять свое вращение. Пошли 5 душек. Если бы он был. Он такой зайка. Ага, конец душек. Кому? Или тебе. Кому построить? А это глазки. Амаду, кому? Глаза нарисованы. Амаду. Амаду, кому конец пришел, блин? Ей. О! Почти попал. Джим. Джим, у тебя нет ни джим. А как вот эту? Смей. Но. Не, ты делать это сама. Это у тебя есть. Стефан. Нет. Женя грузовик. Женя. Женя нет, Женя тут есть. Тогда Амаду. Амаду не будет. Вот. И что это Тома? Ну, просто на сайте. Дай что ли? Может. Вот это Женя, чувак. Поверь, тут как ты? Понимаешь что? Да. Ну. Да, как ты хом? Сейчас уберем все. Надо. У меня говорили то, что скажут. Вообще придумал смене. Сейчас мы его скопировать его. Поехали. Так. Че? Че? Дальше не хочу. Дальше не хочу. Ну и куда ты придешь? Мне там нога тревается надо. Ну да, вот это лучше. Чуть вот эту пошире, да? А что с имиджем? Что мне надо туда прийти, да, поставить? А ну, дурацкий цветочек. Гейтбуи, да, надо будет установить. Потом скинуть это со шлюш, да? Да. И... Ну, то есть, как тебе все... О, рука, рука. А еще вот это вот. Вот это, да. Вот это придется вот так. Эй! Точно. А что за да? Клево, и вот еще лапка есть. Ну, вот это, да. Ты сын, Миша, проблема в том, что... Сохранить как для этого делать? А вот это, да? Подождите, что такое? Болт и за. А не сохранить на ней в этой листе? Может, я здесь смотрю. У него рука, блин, какой. Ну, такой смотрю, какой надо отвечать. Вы отказаете эту руку. А. Вопрос, даже если ее отсеркалит, то она не получится. Получится. Параллельно, правда. Я не знаю, мне кажется, получится. Мне кажется, я верю в самое лучшее.
А я вижу. Так, смотри. Это самое объективное. Хорошо. Я не верю, мы все строили в магию, да? Да. Магия — это самое объективное. Мне там вон она отправилась. Да. И опять. Так более-менее нормально, да? Ну, давай обратим внимание на его центр. Я тебе не говорил, да, но ты фото его центра. Mm-hmm. Давай посмотрим. Он, видишь, он колышется. Вниз. Вверх. Ну, вот смотри, он как будто да, его держит вот за эту, так сказать, часть. Кто-то там сзади. Он просто так колышет. Видишь, у него вот это даже не варьируется, голова. Поэтому это очень грустно. Может, он головой немножко кинет. Ну, почему? Чуть-чуть просто его что-то было интересно. И смотри. Вначале как должен совпадать с конечным. Чтобы мы пустили его попробовать. Mm-hmm. Ты знаешь, что это за концовка у нас стоит. Мы что делаем? Смотри. У нас как бы есть это уже готовая позиция. В самом начале вот мы поставили свою концовку. Mm-hmm. Выбрали самую первую позицию. Дублируйте. Первую позицию выделим. Дублируйте. Что у меня было? Выделите, что у меня там с ногой? И рука. У меня руку. Я на эту ногу смотрю. А это его это... Ой, кажется, вот сейчас, извините, Настя, у нас такое страшное дело происходит. Ой, господи. Рука. Так, вот так же подвиньте. Во. Такое ощущение, что его руку сломали. И ноги забыли. Ты, наверное, их прокручивала вот так на руки. Нет. Наверное, да. Какая вот? Вот эта рука, да? Ты ее прокручивала. Давай попробуем прокрутить в обратную направление. И вот так она прокручивала. Он уже запоминает все твои действия. Марио Рубиш. Марио Рубиш. Правильно. Что? Марио Рубиш. Бомбочек. Шарик. О, да. Вот это да. Мы ее опять. Ладно, через какую сторону мы прокручиваем. Помогло. Че, еще? Я не в ту сторону кручу? Ой, нет. Кажется, я делаю только хуже. Да, не особо. Ну, либо совсем сломаем, либо не знаю. Либо совсем почти. Где что-то пакет? Ля-ля-ля. Так, давай мы вообще для этой руки. Ох ты! Ничего. О, да. Ок. Да, ей, по-моему, все равно. Клево. Чисто бед или голову. Один бит. Вот. Я тебя смотрю. Так, что у меня там с ногами? Вот тут
вот, 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 вот она эта нога. Еще там было, когда вот эта нога ломается. Вот. Я предлагаю эту ключ купить. Ну, блин. Не знаю, что у тебя этот ключ был важен. Не крутя. Вихрить нет. Так, ты под другим именем сохранил? Все, понятно. Так, Женя! Да, наконец. Наконец-то. А, давай я скину. Ты думаешь? Так, ты все? Сохранить. Просто файл сохранить, да? Не закрывать. Пока закрывать. Может, так. Что бы тебе следующее тогда дать? Ладно, сейчас. Жень, пока можно свободную тему порисовать. Выхожу. Угу. Теперь можно выходить. Так. Почему камера панкин был обзор? Потому что камера. Такая. Потому что камера вообще не знаю. Не устроили всякие бывают. Так. Реально опасно. Смотри, какая мне клевая есть вещь. Называется шаблон Speedlines. Ну и что ты мне качество? Как там примазка ты? 1100 ушку. Эй, вот такой. Давай, давай. Что ты говоришь? Там как бы не сидит, чтобы побить. Нет. Ну все, он придет у тебя лишь спидлайнс. Покажи. Ну я тебе прямо здесь тогда покажу. Это супер вещь. Автоматически генерированные полосочки. Ну, они не совсем автоматические. О, новая пилишка видел? Ну, посмотрим. Нет, оно просто гни... Ну, если его протаскивать насквозь. Ой. То будет все нормально. Так, теперь вопрос, там все должно быть в эту кучу. Так. Теперь это все должно быть в кучу. Ой. Не получилось. Меня снесло куда-то. Выше. Черт, я сейчас еще сам вспомню, как этим пользоваться всем. Наверное, нам нужно его создать слой преобразования перемещения. Так? И... Создать анимацию, которая, значит, ее будет перемещать. Линейное, правда, перемещение сделать. Помнишь как? Картинка, что мы лично что-то сделали. А? А, для перо личное? Да. Так бери себе другое, вот, которое нормально. Давай попробуй. Возьми. Нет, возьми пачку просто. Бери какую-то. Это медленно. Вот если оно, видишь, вот так летит, то это, в принципе... Да, да, не в кучу. Подожди, ты не спеши. Тут в другую сторону. Ага. Значит, смещение. Да, да. Ну, снова вот так. У нас полетит, полетит, полетит. Я представляю, когда я лезу. Слез пойдешь. Прошло? Ну, было много, что сейчас кадр, оно у нас прилетает. Правильно? А теперь супер фокус-покус, который отнимет у нас жутко много ресурсов. Создать слой. Искажение. Может, наизнанку?
Ху-ху-ху-ху! Однако очень много ресурсов. Да. Многовастей. Эх. Кажется, он умер. Нифига. Есть, пошла? Хорошо. Пупель 2. Так, хорошо, я тебе вопрос. Создать слой. Искажение. Деформация по кривой. Так, мы пока его отключим, когда будем настраивать. Вот у нас есть две штуки. Это сечение. Вот это прямая линия, которую мы задаем. Так? И это как бы радиус ее действия. Понятия не имеет. А вот это кривая, на которую эта прямая линия будет нанизываться. То есть смотри, если мы сделали эту вот прямая, это место будет вот так искажено. Ух ты! Понял? Понял. Смотри, я могу даже добавлять узлы и делать вообще жестокие. Ну, черт, это жрет вообще. Делать жестокие искажения. Ну это, конечно. Так. А могу делать. Надо окружность сделать, конечно. Ну да, окружность сделать, знаешь, как из вот этой штуки. Делаешь вот так. Ты не никуда не собираешь, не думаю. Можно сделать два полукруга. Будет проще. Два полукруга верхний, нижний, второй. То есть два деформации по кругой. А давай сделаем тоже опять, да? Помещение два на одного. Позим, да? Поехали. Ну, Женя. Ну, что, родил? Представьте себе. Отлично. Ты сделаешь это в отдельном файле, потом отрендерим ремейком, потом вставим в твой файл, чтобы ты мог нормально работать. Мне не нравится. Мне тоже. Давай сделаем проще. Смотри, мы всю фигню удалим. Так, информацию по кривой отключим. Так. Добавим слой, градиенты, градиент пишем. То же самое! Согласен? Ну да. Ну как вы подойдете? Когда-нибудь, да. Это... Вопрос жизни и смерти, я знаю. А, ну ладно, давай тремя, что ли, тогда. Фига себе, его перекрутило. Надо жестко. Вот так, разомкнуть. Я сказал разомкнуть. О,
О! Просто тут рядом поставили. Клево? И можно смотреть. Градиент сделать одну часть, которая будет прозрачной. Так? А потом сделать еще в центре такой кружочек. Так? Сделать ему размытие. Тут и масштабчик. Угу. Так. И режим наложения. Альфа вот так. И плюс это еще в движении. И скорость можно тебе забрать. Здравствуйте. А, мы забыли перемещение поставить поверх. Ну быстрее, ну, тут уже фигня, понимаешь? Да. Делаешь. Вот он. Клево. Ну и ты можешь задавать количество это. Процент черного и процент белого. Градиентный шум, да? Угу. Если сдвигать дальше вот эту фигню, у тебя черного будет больше или меньше? Вот так вот. А? И? У? А? Э? Ага. Все? Пробуем. Сохраняем. Какое сохраняем? Иди воспроизведи то же самое. Вот, отлично. Это тоже тут, я не понял. Их за эти штучки много цветов. Так, давай. Давай. Юля, здравствуйте. Ты занесла много, наверное, интересной работы. Клёво! Мне нравится! Мы не пугали. А, реально, посмотри, что ты делаешь там, да? Тома, смотри, что получилось с твоей этой аниматикой. Спасибо. От которой ты мучилась, кстати. Так, Асфигич, может быть, нельзя было так долго и мучиться, потому что тут масштаб огромный. Мы даже делаем так, смотри. Ладно, кофе. Выйдем из режима анимации, потому что мы хотим сейчас изменить по прозрачности, мы не хотим ее анимировать. Иначе он будет менять прозрачность в процессе. Это хорошо. Ты поняла? Да, я это не буду. Так, вот это мы строим. И сколько у нас длится кадров анимации? Два. Чуть больше половины, да? Чуть-чуть больше. Ну, 16 кадров. Да. Значит, нам нужно сделать петлю. Чтобы он после 16, чтобы он потом перескакивал на первое, опять заново проигрывал, да. Чтобы он бесконечно бежал. Правильно? Сколько кадров будет длина у нас петли? 16. Вот смотри, вот у нас он показывает сам нулевой кадр. Один раз его показал. Потом показывает первый кадр, так? Потом показывает, ну там, все остальные показал, 14-й кадр показал, потом 15-й кадр показал. Если у нас длина петли будет 16, то 16-й кадр тоже покажет. Вот. Так? А потом это перескочит на начало, опять первый, самый нулевой показывает. Ой, черный, все они одинаковые. Я думал, у тебя не так. Че, его измерять? Измерял? Он поменялся. Давай сделаем заново. Сейчас его сам сведем. Черт, вся моя идея. У меня быть или нет? Вот, видишь? Он вернулся в исходную позицию на 16-м. Вот. И... Ну, короче, вот играется, играется, да? Потом перешел на этот кадр, а потом ты вскочишь опять на начало. И начальный и конечный кадр проиграются два раза. Не забыть. Все кадры в анимации играют у тебя один раз, а начальный конец остается два раза. А потом что? Ну вот смотри,
Вот видишь, все по одному разу. А эти два одинаковых. Ну, нужно один спецназ. Непонятно. Так, попробуем так показать на примере. Сейчас это вам. Сидишь, тут вообще не открыт просмотр. Видите, затык у него получается? Ну так, он ничего, работящий, да? Да. Шурует. Ну у него затык. Он все, видите, нога вот здесь сливается один раз. То есть он движется по палке, а потом... Ну, да, а потом его замораживают за то, что вот этот кадр, они одинаковые. Значит, не 16 надо, а сколько? Нет, надо один, два. Ну, так, сын, мешка, ну почему-то получается так уже. Ну вот, все сказали. 20. Гениально. Понятно, мы доходим, доходим до сюда, да? И вместо того, чтобы перейти на последний кадр, мы доходим на первый. Сразу. Ну. И все у нас как-то получается прекрасно. То есть петля времени 15 кадров. 15 кадров, да. То есть мы всегда на один кадр не ехали. Ну. Все. То есть последний первый не одинаковый? Так вы же сами поняли, зато почему. Ну и все. Во! Ну как-то поглажу. Правда, его все равно перечищи. Поют колеса тра-та-та. А что такое качество? Замечательно. О! Мне сейчас там ждать придется. Нога будет отрываться. Да, тебе нужно это поправить. В смысле отрываться? Ты это поправишь? Представишь? Вон Настя спроси. Что? У меня нога не поправится. Я немножко руку оторвала, она уже сразу мне претензии предъявила. Вот он. Чего у него рука так резко? А что она больше не отрывается? Как будто рукой не бежит, а бьет рукой. Ты пенсионер? Ну, отправь. Где? Рука вот. Чего рука? Вот. Вон рука, конечно, нога спина. Где нога? Где нога не отрывается? А вот, вот она. Сейчас тут замечательно. Потерял ногу. В настоящем аниме это все делают. Они делают все с точностью по-другому. Как? Они рисуют вообще в кадре. Они страдают у нее, как мы. Да, кстати. Ну, ладно. Часто по самому по кадру. Причем они потом карты кадры прорисовывают. Так мы тут халтурим вообще? Мы вообще тут вообще нереально халтурим. Ну как ее получается так быстро все сделать? У нее? Она занятия посещает. Да я не понимаю. Это как работает толпа. У них снова и мозг работает. И причем никак мы по 2 часа в день. Да, два раза в неделю. А они там ночуют. Если бы мы тоже работали бы в таких же темпах, даже взять, мы бы это сделали за месяц. Даже меньше, да? Да, за месяц спокойно это можно сделать. Если бы действительно, да, работал по 10 часов в день, каждый день, там. По понедельника, по субботу. Так что давайте все. Поставимся сюда, работаем. Потом продадим. Скоро май. Совсем скоро. Да. Ну вообще уже скоро. Ну да, скоро. Я хочу поскорее, чтобы бегать. Так. Вот, посмотри, как ты делаешь. Костюм-то, я... Почему в конце бедра? О, чё он разгоняется? Ну, что вы делаете? Костюм-то, почему-то у меня точно такой косяк. А, чё, я пропаду. А чё он мне не будет делать? У меня туда не влетает, а вылетает. А мне нравится. Костюм-то, почему? Будьте здоровы. Спасибо. Чё он влетает? Кто влетает? Нет. Вылета, а там не вылетает. Ну, в другую сторону, что минус добавить. Или сколько? Заболтлял, не поможет. Ой, в смысле, был минус. Так, сделаем. Если вы хотите, давайте я покажу кое-что из того, как делают анимашки. Подождите.
Ой, если хотите. А, такое великое дело мне здесь. Блин. Кто украл камеру? Кто-то смел. И что там, знаешь, там такая клевая анимация. Жаль, все это заранее. Ну, я не буду показывать вам, как делать настоящий аниме. Battle Mute? Вы играете в Battle Mute? Нет, я его моделирую. Я покажу, как мы делаем некоторые сцены. Ну, то есть, сначала мы рисуем вот как раз наброски. Вот, три позы. Это что? Это А потом уже рисуют ключи в чистовую. Художники. То есть раз, два, ну и третий. Вот. И мы после этого все это собираем в synfig. То есть, ну тут, видите, как три позиции, с какой начать. У нас главная позиция тут, ну, мы определяем, что она вторая. И от нее мы будем плясать. И, значит, вот у нас есть Стикман. Стикман, да. Стикман, вот. Вот, и это все как раз отпрессено на стикмане. То есть мы не разрезаем все на части, а мы каждую часть мы делаем вот так векторно, обрисовываем. Кстати, все анимешки, которые вы делаете, их тоже каждый рисунок, каждый кадр их обрисовывает вот так вектором. Но только они не используют стикманов, потому что стикманы это тоже на самом деле халява. Вот. 100%. Нет, не 100%, смотри. Ну его вообще сделать надо. Там все равно там подвигало. Там да, то есть мы можем варьировать. Все равно надо Да, мы. Но в основном они все вот эти вот промежутки они делают вручную каждый раз заново. Потом просто заполнять надо. Да. А потом мы еще делаем композитинг. То есть все это вместе как раз. В общем, совмещаем с фоном. Получаем вот такую вот картинку. Тут, видите, тоже косяк есть. Да. Очевидный. Все кадрики, они на самом деле... На самом деле, вот как вы думаете, сколько здесь в этой сцене стикманов? Один. Ну, два персонажа. Два стикмана. Сколько стикманов? Стикманов 6. Потому что каждый ключевой кадр это отдельная пара. Это разная пара стикманов, которые просто переключаются. Они плавно подходят, перетекают один в другой, но как только. Вот сейчас я покажу. Это вот здесь особо видно. Вот. Вот у нас стикман Ивана, вот, который плавно перетекает к следующему стикману. Вот он плавно по кадру перетекает. И. Там просто еще. Это он точку он печатает. А, это. Понял. Ну там-то стоит вот. Это как раз за это и было. Да, вот он печатает, ладно. Вот видите, он плавно перетекает, а когда дело доходит, вот кадр следующего стикмана. Вот сейчас он дойдет. Оп! Мы переключили на другого, у него даже фейс изменился. Вот, на самом деле это другой стикман. Но так как это. Всего четверть секунды, то никто ничего не заметит. Точно так же в финале какие-то выглядят. Бежит. Что, насколько процентов это? А, я не считаю, я уже просто делаю. Ты сколько держала часов? Это нахрен чего? Ты хроник, да? Я сотку сдала. Фан, вот. А по поводу. Так. Закладки. Тише. Я вам. Надо было такой же, как у тебя взять. У меня была такая закладка классная, где показывали, как реально анимешку делать. Без наушников, как нравится, так нормально.
Сейчас. А, Хабр. У тебя с собой? Нет. Это не важно, потому что там куча других материалов, потому что которые смотришь, это вообще классно. Вот, классная статейка. Не работает? Потому что там психически наружу. Это по пимой наружу. Карандаши-то? Да. Домики с пальмой. Концепты. Это стол на просвет. Чтобы ему было видно следующий кадр. Горит. Вот, вот он горит у него. Это крепление для листов. Фиксировано. Вот там фиксируется, чтобы они четко накладывались. Это дизайн персонажа? Не знаю. Ну что-то за скорее всего, да. Но это группа клевушка. Мальчик. Да это вообще гушина, вот, раскадровочка. Смотри, как классно. Их тоже идет вертикально, это я, кстати, подглядел. Но у них очень интересно. Чик-чик вообще не совсем раскадровка, а ключи идут фактически почти что. И плюс, вот если панорама сверху вниз, она сразу вот здесь компонуется. Вот. То есть вот она, панорама идет здесь. Она падает? Да. Понятно, что мы пропустим сцену, да, и то есть если панорама. Да, пока. Это фанфик делают. Да, кстати, действительно, на комплекте очень есть картинка, и я даже... Все, ма! И по картинке его, таким понятием. Для меня. Какая добрая. А вот такой планшет. А вот такой планшет у меня стоит дома. Ну что, это центики. Так помните, мы привозили? А, это центики! А, все. Слышь, он вертикальный. Я больше перезвонить прошу. Спокойно. Ну что, поднимусь, еще никто кого не воспринял. Мы вообще-то скромные. А вот это самоубойный картинка, после которой нельзя сказать, что кто-то вообще великий здесь в комнате или где-то в радиусе 500 километров. Какая вот. Химия, да? Да вот, вот эти листы, вот по кадрам, как сделано, прорисовано. Я до пятерки на химию получу. У меня вообще не было. Вот видите, видите? Шаня сидит вот на уроке. Это нет, это вот редкая по кадрам. Причем, что она редкая, какая анимация. А это потом уже они фазуют. Добавляют, видите, движения вторичные. Вот промежуточные кадры прорисовывают. Чистая. А что делаешь? Даже поэтому вот, они тоже это вручную происходит. А это финал. Ты понял, что? Нет. Сидели, сидели. Круто же. Потом какая-то самостоятельно началась. Я такой, ё. Просто даже поэтому. Я хочу так. Если иметь вот такую вот раскрепление в синфиге, такую картинку можно нарисовать. Тупо болтали все равно. А они еще промежуточную фазовку делают вручную. Хотя, кстати, не факт, на самом деле, что я сделал вручную. Потому что что-то я сейчас посмотрю, я подозреваю, что это не так. Типа синфига какая-то фигня. Слишком гладко все движется. Вот самое, что сложно по химии, это... Ну, если ее я показываю. По названию. Ну, да. Всего. Нет, так. Скажите, кто не хочет. Вообще. Ой, вы же видели эти... Это не до айпарок. Почему? У тебя такой же, что ли? Не до айпарок. Он стоит 800, что ли? Да ш**, 600 рублей. 450, потом все расплачки. Вот. Ну что? Ну вот, мы сделали. Молодец, Юля. Ну, я лично. Это нужно, чтобы он появлялся. Чтобы надо покупать, чтобы он чтобы звук слушал. Что это? Это для руки. Не нравится. Вот такая вот.
Слушай, молодец, это серьезно, это цена. Это, короче, вот. Так, стрелок у тебя где такая? Угу. Он должен быть соло. Айди. На фоне, ну понятно, что? На втором рабочем. Что мне это делать? Все сделали? А ничего, что мы сделали? Сохранять? Ничего? А потому что этого не будет видно. Мы будем видеть только то, что... Вот это очень долго закроется. По идее интегра. Мы сейчас слоим. По идее интегра. Сейчас создать слой. Камеру кто-то отвернул. Ща повернем. Че, проблем что ли? А вот кого-нибудь там придумаешь? Нужно копировать из сцены в какой-нибудь где. Ну там стена замка. Настя, можно скопировать? Или просто сначала вставить? Вставь весь фон, зашли сюда. А потом его, короче, распотрошишь. Его вставить, а потом в конце вот сюда вставить. Да, да. Если вот так лучше, да, вот так пусть будет. Так. Вам что делать? Симметрично. Обоим. Или бразильность? Бразильность. Пока. Сейчас отнем, я кто его уберу. Мы разберемся. Ой, Леш. Кадр, секунду. Сейчас скажу. А где вы с ним можно спустить? Салат. Отпусти уже боксом занятие. Я? Нет, Настя. А? Что боксом? Она же там со стрелком. Она его там. Да поищи какие-нибудь свои сцены, у тебя, где они все вместе стоят, у тебя, по-моему, там были неплохие сцены. Короче. Ну ты понял, какие сцены я имею в виду? Где подъезжаешь, когда работа делает. Вот это? Да. Вот отсюда фонарь. Дайте мне уже какую-нибудь работу, пожалуйста. Ага, сейчас. Очередь, да. Ну и все? Ты, думаю, не знаю. Вы мне дали просто тело без головы. Как дела у вас всех? У меня. 25-10. Потом куда-то бежит. А вы, кстати, видели новую раскадровку? Раскадровка изменилась? Да. Посмотрите. За что? Тут такое похищение золота. А, ну да, точно. Смотрите. Про кейс. Да. Про кейс, который... Затягивает. Пространственный кейс. Да. О, кстати. Ты был на тот день, когда придумали это? Вот, Юля, сможешь рисовать вот это? Я его понял рисовать. В ужасе. И в удивлении. Давайте. У меня всегда такое лицо. Попробуй себя нарисовать. 24-32. Тут он сдает. Дай попить. Ну смотри. Да сиди. Это сцена. Да. Блин, у меня блеск. Он вкусно все наградует. Ну тебе нужно, наверное, вставить. А он опять там по этому пишет, по этому мешку. Да, он там на голову этому же накупает. Тома! Иди сюда! Вот твоя следующая сцена. Разрешаю себя дать. Он выскакивает и наступает на голову. Он сказал себе, а не сумбрезер взять и на багажнике сидеть. Нет, просто вот, поза уже готова. То есть тебе просто нарисовать, да? Пойду поздно. Не сильно больно, но Я не могу ее перекопировать. Не достанешь. Да Тома, уйди. У тебя там тут своя работа. Тише.
Представьте, мама может появиться. А, у тебя два синфига открыта. Да. Я не сюда вставляю. Ну, просто была такая сложная штука. Ты там живой думаешь? Нет, у меня просто пить пахнет. Вы что делаете? Вам обдумали! Тома, я тебе понимаю, почему не хочет там сидеть. Что с ним? Я не знаю. Я не знаю. Вообще, кстати, сильно все, правильно загубляться. Так, Люба, на сегодня хорош. Занятие, то есть миссия в том. Есть, а можно вопрос? Я тоже что есть. Настя, вам шалка. Да-да-да, сейчас мы... Так, здесь, почему у тебя не копируют? Потому что у тебя есть... Копировать, да? И здесь мы открыть этот файл. Прямо здесь. Я не буду ругаться. Может быть. Хорошо, выключи. Нет, там... Чего ты скрываешь? Кто потерял? Так. Дайте, пожалуйста. Я тоже не стоять на месте. Все работали 2 часа, и тебе еще 2 часа работать. Хорошо. У тебя они как раз и 45 часов. Я тоже хотела сказать, что я не успела. Константин Игоревич, я вам вернул. Вот так. Мы делаем одинаковые интервалы. Вот здесь. И тогда он будет превращаться в обучение. А в этом? Один, два. Ну тут простая анимация, да? Да, ну тут вот просто вот
Ну, ну сначала кружок, да, вот подумали нарисовать, а вот эту штучку, ну вот она как слепо ползет, да, да, вот этим кустом так влияет. Хорошо, сделайте. Вот, потом вот это, вот это, вот это. Подожди, так, так, палочки вот там распековываются, потом начинают делиться, потом еще выстраиваться. Да. Так, да. Я не знаю, вот, вот это, ну это то же самое, наверное. Это миос, митос. Да. Я тоже прочитал. Я не прочитала, я сказала. Я прочитал. Мне это знать по дому, по ужину. Будущего биолога. Ты собираешься быть микробиологом? Нет, гигабиологом. Ну, а, психолог, вообще до этого не доберешься. Ау, как добавляется? Shift A. Спасибо. Пожалуйста. Амаду под конец занятия. А, да, короче, я... Это все девочки били его, били. Мы его не били, мы его еще катали. О-о-о! А это как вы собираетесь делать? Нифига. Ну, в принципе, можно. Жестоко, конечно. Подожди! Да, например, как-то. Так. И вы, какой текст на этом фоне будет? Не знаю. Простенько так, да? Простенько, целый параграф. Коротенько, минут на 40. Тогда анимация будет очень долгая. Реал-тайм. Я так ожидала. Зато темпом быстрее, чем в реале. Давай самое первое, что у вас будет показываться, Настя? Вот это. Вот это. Самым вторым. Что? Нет, полагаю, что тебе должно быть, не знаю. Миос-митос? Да. Если вот с них начать. Да, что типа как они управляются все. Нам, короче, что и дальше делать. Да. Так, да. И потом уже... Мы все знаем, что он, кажется, лотосом достает и... Все ошибки. А может, там у меня мультик, который он сегодня смонтирует. Тупо потому, что они стал писать эссе. Вот, ну, сначала вот это. Так, а, значит, миос, крупно, миос-митос на экране, а потом... Теска только она, короче, нам потом давала. Вот это. Сейчас, подожди, я сам разберусь, вот у меня в биологии вот никак. Ну, короче, это первое полугодие. А вы, короче, так делаете. Это сюда, это сюда, это крестиком, это бантиком. Так, ну тут как-то... Давайте я вам объясню. Давай. Это женские, это мужские. Так, отлично. А, они женские и мужские сходятся в одной точке. И ух ты, биология! Вот. И получается... О, у меня еще с ноги даже попросили. Клетка с генами и мужской стороны, и женской. Ну тут, понимаешь, тут как в Стикмане, по которому ты сегодня анимировала. Мне, как аниматору, нужно знать... Что куда тут ну, ползет? Вот это ползет, значит, становится пунктирчиком. Они сначала удваиваются. А, да, тоже удваиваются. Смотри, у вас удваиваются, то есть на самом деле это у вас будет две, они просто раздвояются. Потом одна становится пунктирчиком. Пунктирчики можно делать в новой версии Synfig Studio, так что нормально. Дальше. Потом они ложатся крест-накрест. Крест-накрест, хорошо, согласен. Эти тоже. Спасибо. А вот, вот как оно вот из этого вот. Она вот сюда уходит. Я пока проводим. Ага, и это тоже. Да. В принципе, пофигу. Мы можем, знаешь, как сделать? Мы можем вот это все отсканировать, вырезать и поставить как позы ключевых кадров. Как сегодня у Любы были позы. В разных позах. Так. А вот это так формируется клетка. И потом она опять двигается. Да. Если это даже я понял. Если тебе выстреливать, я обратно приду. Так. Ну ничего, блин, я митос, митос, митос. Ну, же та же фигня, только... Только здесь они... В чем разница? А, тут они женские, мужские разделены. А тут можно чисто вот отсюда скопировать. Нет. Вот секрет. Так. Здесь, вот до сюда можно скопировать. Этот здесь пропускает. А эти можно тоже скопировать. И это тоже. Они должны. Ну и поставить вот так. Так, пожалуйста. Хорошо, здесь до меня уже, кажется, начал выходить, пока не мы это будем делать. Здесь тоже. Это просто все отсканировать, выдавить, и потом наложить, что это будут разные ключевые карты, которые мы сегодня проходили. То есть Вася дома, Вася в школе, вот это все то же самое. Да, тут сложнее. Ну не знаю, как вы их будете плодить. Я не забуду. А мы сделаем так. Вот это, как бы, размножение вы сделаете, да? Угу. Такая фигнюшка сформировалась. Мы сделаем размножение. А, не вы. Не мы. А это ведь сверху?
Это деление. Разрез. Это, короче, вот так вот. Да, да. Я действительно потрясаю. Это мы, короче, его вот так разрезаем, и вот с этой стороны смотрим. С этой стороны или с этой стороны? Нет, вот мы его разрезали, и вот, ну, как вот эта сторона. Вот, блин, как объяснить-то? Вот, ну, яблоко держите, разрезали его. Одна половина держит с этой стороны половины. С половины разреза. Да, вот оно начинает формироваться. А дальше я, вот эти, в принципе, можно размножить, да, так чик, они разетываются. А вот это уже, я думаю, мы будем делать халявой. То есть раз эту картинку показали, а потом она плавно перешла в этом, в смысле, как, плавный переход из прозрачного в непрозрачное, из непрозрачного, ну, как бы, никакого такого, что что-то куда-то передвинулось, я думаю, так. Так, вы что-то еще будете делать? Ну, не знаю, тут дальше что делать. Тебе какую вот тему? Размножение клетки. Ну, как второчки, да. Ну и все. Вот. Появилось. Вот конечная стадия зародыша, все. Больше тебе. Ну а дальше он это. Так. Все. Вот у вас получается три картинки. На самом деле четыре. Раз, два, три. Четыре фрагмента. Мне нужен текст, который вы будете говорить в это время. И все же я вынужден отметить. Я вот левая на меня, не смотрит вообще. Понятно? Да. Вот Настя, передай, главное, чтобы у нее с сердцем плохо опять не стало. Хорошо? Да, ладно. Это же придется уважать. Ну, текст придется написать. Сценарий написали. Картинки остался еще текст. И текст это часть сценария. Сценарий же рассоединитель. Наша программа нон-стоп. Мы сегодня с тобой с полуслова друг друга понимаем. Да. Я тебя вообще люблю. Нет, не люблю. Так. Вообще. Все, с этим решили? Да, все. Так, значит, черт. Мы кого-нибудь тогда посадим сканировать, может, кто-то там на следующее занятие. Ее нужно принести будет. Ладно. Мы принесем. Кто это будет знать? Юлька, давай. Хаосе. Говорите все как есть. Что может быть не так? Дальше, следующий, кто у нас на очереди? Юля, тебе нужна работа или я тебя так отпустить? Нет, нужна. У меня работа есть. До свидания. У меня даже флешка есть. До свидания, Артём. А вы меня подождёте, меня подождут, я... Решай, давай. Я подожду. В последнюю минуту занялся. Что ты играла там? Чем не стоит упоминать Мюнхгаус? Говорите все как есть. Что может быть не так? Амаду, у тебя отрендерилось нормально на этом компьютере? Я очень рад. Не так. У вас есть флешка, да? У меня есть твоя флешка, которую ты забыла на прошлом занятии. Так, смотри. Я, знаете ли это вообще? Давай сцену выбирать. Давайте. На прошлом занятии ты вообще не в адеквате была. Надо было тебя сразу выгнать. Спасибо. Ну, пожалуйста. Ну и как? У меня каждый раз выгоняют. Каждый раз? Ну не каждый раз. Неправда. Когда я не в адеквате. Ну конечно, я всех когда-нибудь кто-то не в адеквате. Юля. Так. Вот. И все же я вынужден выходить одну вещь. Хотя боюсь, что это совершенно мелочь, и не стоит запоминать. Вы что, не знаете новый сюжет? Говорите, нет, я не знаю. Смотрите. А может ты солдатов нарисуешь, вот слуга? Он особенно эпичен здесь. Нет, а какой сценарий, мне расскажи? За местный шкаф будет чемоданчик. Да, вот смотрите, вот. И, а при чем тут материальный? Да вот смотри. Вот, распахивается дверь, на пороге появляется силач. Жень, посмотри, раскадровка тебе тоже полезна, как тебе нужно. Он оставит чемодан. Тут такой. Слуга удивился. Так, кто такой программирует? Тык-тык-тык-тык. Уже переделали. Нет. А почему? А потому что мы не можем никого пускать больше в сокровищницу, потому что там был договор один человек за один рад. Ну, программирует, он кнопочку нажимает. Там, наверное, не нужно много. Тут все засасывает, искажение по кривой. Опять. 10 тонн. И тут нужно показать, что оно типа не просто сюда засосалось, и чемоданчик остался легкий, а что он стал тяжелым. И поэтому мы вставляем вот такую фразу. Тут такой раз, все, а что это рядом такой слуга? Ага, типа, все равно никому такое не поднять. Тома, это тебе рисовать.
Бедная Тоня. Он такой, ух, сдвинул бровки. И тут как раз сцена молодежь за второго образ жизни. Такой раз вылетает. Тут этот такой идет в одной руке. Может быть, в другой руке ему какую-нибудь гирю сделать? Чтобы доработить для баланса. Ага, не всегда с собой таскать рюкзаки 10. Может быть, тогда проще 2 чемодана по 5 тонн? Может, 2 чемодана. И все. Опять тонн каждый. Может быть. Только физиономия вообще прикольная. Вот это все. Вот тут тени должны быть наложены, знаете, как когда фонарик вот так делают, да. Кстати. А, кстати, у меня в этой, если чтобы должны... не париться, у меня в учебнике по рисованию есть, вот, есть наложение вот таких теней снизу. Да? Вот, ты, кстати, это... Куда-нибудь, когда-нибудь. Когда-нибудь, да. Когда-нибудь, через лет так. Скинешь мне ВКонтакте? Или сфотаешь хотя бы? Оно, это, бумажный вариант. Ну, сфотаешь, да, отсканешь. Тебе надо, ты искать, мне лень. Вот, ну уже сканишку отсканить. 5 вот секунд, все. Ты лень. А сколько у машины грузоподъемности? 20 тонн получается? Mm-hmm. Ничего себе машинка. Вот это у меня амортизатор. Вот это потом Тома рисует. Не, если смотри, если он 10 тонн, да, на нее погрузит. Люба собирает. Да, ну, ладно. Если бы она была налегке, не будет. Конечно. Ну все, в остальном все то же самое. Эти три, куда они делись, а? Чай. Нет, это шутка. Сейчас обожгешься. Да. А мы там еще очки нарисую, а? Да. Какие очки? Вот эти. Вот эти можно, можно, но потом... Так я говорю, пипов. Я лажаю сегодня. Так, а мы сейчас... Я маленько сделал. Давай сейчас я посмотрю. Ты сохранил? Ого. Сохрани просто. Я здесь сохраню. Юля, ну, забирай себе сцену и пойдемте. Да домой. Я выбираю. Ой, я тебе не скинул, да? Нет. Какой ужас. Злой Амаду. Амаду. Подожди. Сама, мы так не издевались. Прическа Амаду, я у мамы. Вот. Нет, Амаду он потом так уголок пихнет, и все на место. Принеси немножко, а мне прям ничего. Мама. Давай. Надо мной летом так издевались, ничего сказать. И вот так. Как надо мной только не издевались. Девочка, ты помогу. А, кстати. Все, отпустите. Что? А вот у меня смотрите, у меня очень. Вот, 24.32. Не говори, что потом. Не пиши мне длинные письма, что Константин Игоревич я не нашла. К сожалению, я думаю, это не то. Кстати, вот у кого-то, я подозреваю, что у Жени Катунова. Смотрите, народ. У меня такого косяка не было. А у кого-то на рабочем столе есть ссылка на... Или не на рабочем столе, у тебя где-то ссылка на... Я не боюсь. Да? Из-за этого получается такая фигня, потому что он пути путь другой. А, стоп, имеется в виду ссылка с рабочего столе? Суперкорова. Не с рабочего, а откуда-нибудь. Стрёмная корова. Точно? Сейчас он башку отвернёт. Смотри. Ну там где-то, короче... Вообще коровья капец пошёл. Я понимаю, что это у тебя. У меня только закладка. Может, Амаду, у тебя нету ссылки на проект Мюнхгаузен где-нибудь? Ну. No. В смысле, вообще проект Мюнхгаузен? О, а слушай, а тебе... У вас сейчас перерыв будет. О нет, сейчас будет перерыв. Вы это синхронизируйте. Я там сохранил уже. Угу. Я сейчас... Люба, Юля, тебе скинули? Да, наверное. Я тоже тебе такой хочу. Ладно, такой пока что. Есть в этом мини за 19 тысяч. Где? Все, меню. С такой же этой фигулькой. На клавиатуре. Красненькой. Че? А, ну это не значит, что он сенсорный. А, ну может быть. Спасибо. Ура! Так, Амаду, смотрим твое. Еще не все. Два бумага. Итак. Нет, он говорит. Блин. Пошлите, девочки. Подождите. Амаду-то подождем. Так он же должен остаться еще. Нет. Ты чего? Да. Тогда ждем. Как же он? Куда уж тут жить-то еще? А погромче. Погромче. А нельзя. Чего? Пока не видно. Вообще чудовищный. А, чтоб зрители не услышали. Надо сделать черновой монтаж наконец и выложить нормально. Я его сделал маленький. Ну, до конца надо сделать. Угу. О, сначала можно? А ты не видел? Нет, вообще не видел. Тут вообще... О, Настя мне отрейдит за этот файл, как он моет. Это что за блюк был? А это, кстати, сейчас из-за сетки.
Сейчас, скорее всего, трансляция будет глючить. И мы не попрощаемся. Ну ничего. Это он типа с закрытым ртом говорит. Чаровещание нет, просто не рисовал. Да это я просто начитал текст, которого не хватает по интонации, потом вы его прослушаете, чтобы по интонации также начитали. Вот и все. Ну да вот. Мы не успеем. Мы... Зака. Что там сейчас? Нет, понятно, нет, давай красный напиши. Да я все начитал. Саладин обманул нас, быстрее. Почти все. Нажми. Стараюсь. Это Женя. Хватайте, хватайте их. Там он должен быть такой. Мы здесь погибнем. Что-то никого не могу узнать. Я тоже. Все одинаковые. Константин Игоревич, Женя. Так я всех начитал просто. Тут никого нету. Ну, а вот смотрите, эпическая сцена, смотрите. Это подножка была. Надо было туда соваться. Это что за ад было? Какой ужас. Я буду реветь в конце. Сосыгриш, там где флешбэк, по мне так надо тупо вырезать. По-моему, вторая часть эпичнее. Вместе с озвучкой, а то вы еще озвучку заново засунули. А мы переозвучим, и там, и там. Женя, выключи мукол. А что такое флешбэк? Так, ну ладно, все, занятие закончено. Всем до свидания, до понедельника. Молодцы, хорошо поработали. Давайте, пока. Так.